Thank you.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна, дорогие преданные. Джей. Хари, Хари. Джей. О. Хари Кришна. Хм. Так, какой у нас текст? 16:18. Мы продолжаем читать Шримад-Бхагаватам, 10-ю песнь и главу, которая называется «Кришна показывает вселенскую форму». Это глава номер 8, текст номер 16. Сначала прочитаем, потом 17-й, а потом 18-й. Итак. Ешава Шрея Адхасят. Гопа Гокула Нандана. Анина Сарва Дургани. Юям Аджас Таришьятха. Еша Вашрея Адхасят. Гопа Гокула Нандана. Анина Сарва Дургани. Юям Анджас Таришьятха. Повторишь, Пашка? Эшава Шрея Аргасья. Гопа Гокула Нандана. Анина Сарва Дургани. Иша, этот ребенок, Ваха, Ваше, Шрея, высшее благо, Адхасьят, принесет действие во благо каждого. Гопа Гокула Нандана. Пастушок, родившийся в семье пастухов. Любимец всей Гокулы. Анина. С ним. Сарва Дургани. Все невзгоды. Юям. Вы. Анджага. Легко. Таришьятха. Преодолейте. Чтобы увеличить духовное блаженство пастухов Гокулы, этот ребенок всегда будет приносить вам удачу. Только по его милости вы преодолеете все трудности. Комментарий его божественной милости Ачхе Бхактивиданты с вами Шилы Прабхупады. Для пастухов и коров Кришна – лучший друг. Поэтому ему поклоняется молитвой «Намо Брахманья Дайвая
Гобрахманья Гитая Ча. Его игры в Гокуле, в его дхаме всегда приносят благо брахманам и коровам. Первая его забота – обеспечивать всем необходимым коров и брахманов. На самом деле, даже забота об удобствах для брахманов является для него второстепенной. В первую очередь, он печется о благе коров. Гаргамуни предсказал, что присутствие Кришны позволит всем людям преодолеть любые трудности и всегда пребывать в блаженстве. Текст 17. Пурани навраджапати садаво дасю пидитага раджаки ракшьямана джигюрдасюн самедхитага. О Махарадж Нанда, история свидетельствует о том, что когда Индру свергали с трона, и разбойники, пользуясь отсутствием достойного могущественного правителя, не давали людям покоя, этот ребенок являлся, чтобы защитить людей и принести им процветание, и обуздывал разбойников и врагов. Комментарий. Индра – царь вселенной. Демоны, воры и мошенники всегда доставляют Индре беспокойство. Индрари вьякулам локам. Но когда враги Индры, Индрари, начинают господствовать во вселенной, является Кришна. Кришна ступ Бхагаван Суян. Индрари вьякулам локам мридаянти юге юге. Восемнадцатый текст. Я итасмин махабхага Притим курванти манаваха нараяно бибхаванти нараяо бибхаванти этан вишну пакшан ивасураха. На стороне полубогов всегда находится Господь Вишну, поэтому демоны, асуры, не могут причинить им вреда. Точно так же любому человеку или сообществу людей, связанным с Кришной, всегда будет сопутствовать удача. Любовь к Кришне делает их непобедимыми для демонов, вроде приспешников Камсы или внутренних врагов, то есть чувств. Шрила Прабхупада ки джай. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитам йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Кадамайям Дадати Свападантикам Ванча Калпа Тарубьяща Крупа Синдхубья Ивача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Хари Кришна, дорогие преданные. Гаргамуни продолжает говорить о Кришне. Нанди Махараджу, матушке Яшоде, проводя церемонию наречения именем Намакарана. Еша ва шрея адьясия. Вот этот ребенок Еша принесет вам шреяс. Шреяс санскритское очень примечательное слово. В самом начале Бхагавата мудрецы на Имишаране, когда задают вопрос сути Госвами, они говорят шрея. Объясни нам, что является вот этим высшим благом.
Иногда говорят «шреяс», а иногда говорят «нихшрея», что по сути одно и то же. Каково высшее благо? Мы знаем, что есть «преяс», «шреяс». Это известно. Надо действительно для себя глубоко в сердце разобраться, что является для меня лично высшим благом. Арджуна, когда обращается к Господу Кришне, сбитый с толку, совершенно не понимающий, в чем состоит его долг, дхарма. Он обращается к Кришне, принимая его в качестве своего духовного учителя. Карпанья дошоу пахата свабхава. Причхамит вам дхарма самудгачета. Яч шреяс чан нищита брухитанны. Шишьестахам шадхимам твам прапанам. В чем шреяс, Кришна? Пожалуйста, объясни мне. Я не понимаю, я сбит с толку. Я не понимаю, что происходит. Я не знаю, в чем состоит мой долг. Арджуна, который оказался в очень чрезвычайно сложнейшей ситуации, он говорит, я не знаю, в чем состоит мой долг, дхарма. Дхарма самудха чета. Это свидетельствует о том, что Арджуна был настоящим арием, представителем ведической цивилизации, культуры. Шрила Прабхупада говорил о том, что он хотел бы в своих последователях тоже видеть ариев, представителей ведической культуры по-настоящему. Ария – это тот, кто заботится о дхарме. Дхарма, артха, кама, мокша. Но дхарма имеет принципиально важное значение в жизни человека, арийского человека. И Арджуна говорит, я чрея сян нищита брухитанме. Скажи мне определенно, ясно, четко и понятно, пожалуйста, в чем состоит мой долг сейчас? Он говорит, нищита брухи, нищита, мы знаем, есть такое слово ништха, твердая вера, мы ее так переводим. Ништха имеет много значений на самом деле. Но мы обычно мы знаем по слову вера или твердая вера это слово. Нищита, определенно, ясно, твердо, четко, пожалуйста, брухи, ямми, объясни мне, четко скажи, в чем состоит мой долг. И это не один раз. Дальше, по ходу Бхагавадгиты, когда в третьей главе Арджуна все еще был сбит с толку и не понимал, зачем ты меня хочешь вовлечь в эту ужасную войну? Если ты говоришь о Буддхи-йоге, о том, что нужно применять свой разум в йоге, в связи с Господом. Зачем мне заниматься этой отвратительной деятельностью под названием война? Скажи мне шреяс, а точнее нищита, скажи мне определенно. Пожалуйста. Это нормально, что ученик хочет знать, что ему делать, вот четко понять, что ему делать. И в зависимости от степени предания, духовный учитель определяет, может ли он сказать ученику, ты должен взять оружие и сражаться, как сказал Кришна Арджуне. Тасмат юдхьясва бхарата. В приказном порядке он говорит об этом, бхарате, то есть Арджуне. Ты должен, сва, вот этот суффикс, он говорит о повелении. Юдхья означает сражение. Дур йодхан, или юдха, юдхиштхира. Юдх – это сражение. Их имена связаны со сражением. Дурьодхана буквально означает тот, кого сложно победить. Юдхясва – ты должен сражаться. Это очень примечательно для нас понять этот момент, что когда ученик готов, когда он вручает себя в этом настроении, карпанья дошо бхагата свабхава причхамитвам дхарма саму, я не понимаю, в чем состоит мой долг. Я не понимаю, в чем состоит дхарма. Пожалуйста, скажи определенно, что я должен делать. Отныне я ученик, душа, вручившая себя тебе. Пожалуйста, Кришна, помоги мне разобраться.
Но если же духовный учитель видит, что ученик к нему обращается с другим мотивом, он приходит на психологическую консультацию, например, или он просто хочет высказаться о своих семейных сложностях или в сложностях вашими, то это другое. Да учитель будет говорить, ну ты подумай, взвесь. Конечно, время, место, обстоятельства, в зависимости от определенных каких-то обстоятельств, нужно сказать, учитель должен сказать ученику тоже, ты подумай, взвесь. Но мы видим, как говорит Кришна и Арджуна. Очень интересно. Поэтому я хочу блага. Арджуна говорит. Когда он говорит, я не понимаю, в чем моя дхарма, означает, я не понимаю, как я могу получить шреяс, благо. Поэтому, пожалуйста, объясни мне. И здесь Гарга Муни говорит, указывая на Кришну. Ешава, вот это ваше дитя, Шрея Адхасьят принесет вам благо. Шреяс. Гопа Гокула Нанданага. Гопа Гокула Нандана. Нандана означает приносящий удовлетворение, радость, счастье. Пастухам Гопа. Гокула. Это место, где живут пастухи. Го-кула. Есть гуру-кула, а есть го-кула. Интересно, что Прабхупада здесь в комментарии говорит о намо брахманья дивая го брахманья хитаяча. Го брахманья хита, хита карина, означает приносящий благо. Хита означает польза, благо. Шесть Госвами называли. Хита карина. Они приносят благо. Го брахманья хита. Господь это тот, кто приносит благо коровам го и брахманья. И браманам. Настоящим браманам. Прабхупада говорит, что коров на самом деле он любит больше, чем брахманов, по сути дела. Брахман брахману рознь, конечно. Градация брахманов описана в священных шастрах, в том числе в третьей песне Шримад-Бхагаватам, в 29 главе. Ешава шрея адасьят гопа гопкула нанданага. Вот с этим ребенком, анейна, буквально это в творительном падеже, опять же, благодаря ему, через него, сарва дургани. Дурга означает страдание. Много значений у этого слова тоже мы знаем. Крепость, например. Но дурга означает страдание. Сарва дургани. Все страдания с помощью него, с помощью этого ребенка. Он грудной ребенок, ему 100 дней всего-навсего. Гарга Муни говорит, с помощью этого ребенка. Анена сарва дургани юям вы анджас тариш ядха. Тариш Ядха или Тариш Яси преодолели, преодолеете. Кришна говорит Бхагавадгите, дайви геша гуна мои, мама моя дур атья, мам ивам е пропаденте, маям этам таранти те. Невозможно преодолеть эту майю, говорит Арджуна. Это моя божественная энергия. Моя личная. Моя майя. Дур-атьяя. Невозможно ее преодолеть. Мам эйвам е пропадьянты. Но только тот, кто мне предается. Майям этам таранти. Они преодолевают. Те, они. Вот те таранти. Так вот, юям анджас тариш ядха. Вы все преодолеете все страдания, сарва дургани.
По милости этого ребенка. Почему? Да потому что вы его преданные, на самом деле. В этом идея. Потому что вы преданные. Без предания себя Кришне невозможно преодолеть майю. Самая главная функция майи преданной – погрузить нас в двойственность. Пожалуйста, попробуйте поразмышлять над этим утверждением. Самая главная функция майя – заставить нас мыслить в рамках двойственности. Хорошо? Плохо. Вкусный? Невкусный. Красивый? Некрасивый. Мир, война. Свой, чужой. Моя страна, чужая страна. Кришна учит немножко другим вещам. Он говорит, преодолеть майю означает подняться над двойственностью. Нир двандва. Нир двандва. Двандва означает двойственность. Нитья сатва. Постоянно пребывай в сатве. Это означает, будь над двойственностью. Учись этому, по крайней мере. Конечно, для нас, для садхак, для начинающих преданных по существу, очень сложно это взять и воплотить в жизнь свою. Но, по крайней мере, наши идеалы, наша цель такова. Нужно жить в рамках культуры ариев или вайшнавской культуры. Махатам бахуманейна. Великим преданным выражать бахуману, то есть означает мана, аманина манадена, то есть выражать почтение великим преданным. Махатам, махатмам. Махатам бахуманейна. Динанам анукампая. И нужно сострадать тем, кто дина, то есть на самом деле дина бандху. Дина означает обездоленный, несчастный, слабый, малый. Там, и так далее. Дина, анукампая, анукампа означает сострадание. Майтрям чайватма тульешу. Кто равен тебе? Майтря. Пускай в дружеских отношениях ты с ним пребываешь. Это наставление Господа Капилы Дева, очень важное для каждого из нас. Но мы всегда должны, живя в рамках вайшнавской культуры, мы должны стараться подняться над двойственностью. Подняться над двойственностью невозможно, если совершать деятельность, которая разрушительна для практики преданного служения. Которая уничтожать, разрушать, уничтожать означает наша или винаша. Винаша, шаддир, бхактир, винаша. Это шесть видов деятельности, которые уничтожают бхакти. Атиагара есть слишком много. Самая банальная вещь вообще, абсолютно вообще, вот я даже не знаю, как это выразить. Потрясающе просто. Просто потрясающе. Переедание. Какая сложная тема. Переедание. Бхакти винашьяти. Уничтожает бхакти. Мы почему-то помним только слова Шрилы Прабхупады о том, что после просада преданные должны быть как утки. Но мы забываем множество наставлений абсолютно противоположных. Что если даже ты ешь магапрасад ради чувственного удовольствия, в нектаре наставлений Прабхупада пишет, там он громит просто нашу склонность к наслаждению. И в еде, оно начинается с еды, потому что мы едим два раза в день, три раза в день, один раз в день, неважно, но мы едим каждый день. Каждый Божий день мы едим. Харибол. И говорится, атиагара, бхакти винашити. Чрезмерная еда уничтожает бхакти. Эти вещи, такие как непереедание. И дальше, атиагара, праяса, чрезмерное прикладывание усилий для материальных целей достижений. Чрезмерная забота о своей сохранности во время войны, в том числе. Мы должны заботиться. Безусловно, мы должны держать руку на пульсе и понимать, что происходит, чтобы принимать решения лично для своей семьи, за тех, за кого я ответственен, например. Это могут быть преданные также. Просто нужно, но не нужно погружаться в этот весь сьюич под названием материальный мир.
Не нужно погружать свое сознание. И уж тем более не нужно разделять на своих и чужих. Это большая беда, огромная беда для нашего сознания. Да, естественно, просыпается азарт какой-то. Это все естественно. Ну, странно, если ты смотришь футбольный матч, если ты... Не, хорошо, ты не смотришь, ты играешь в этом футбольном матче. Ну, это странно играть без азарта какого-то. Странно, правда? Поэтому, коль скоро преданные оказываются в тяжелом положении, в военных обстоятельствах, у них, естественно, что-то будет в жизни происходить, связано с этим, какое-то вот разделение на своих и чужих. Но все равно к этому этого нужно очень сильно бояться. Поэтому очень молитва должна быть пламенной. Пламенной молитва. Прекрасный старец Силуан, он говорит о том, на каждой странице своей книги, он говорит о том, что невозможно вкусить сладость Святого Духа, если не молиться за своих врагов, за тех, кто причиняет мне боль, за тех, кого я не люблю. Вот кто означает враг. На самом деле враг – это тот, кого я не люблю. Это тот, к кому я враждебно настроен. И преодолевать это нужно ежедневно прикладывать усилия. Точно так же, как ежедневно нужно прикладывать усилия, чтобы не переедать атьягара. Если мы хотим тот самый шреяс получить, если мы хотим следовать наставлениям Господа Кришны. Вот точно так же нужно прикладывать усилия, чтобы избавляться от ненависти по отношению к тем, кто мне причиняет боль. Физическую, эмоциональную. Такова практика садана вайшнава. Иначе чем тогда вайшнава будет отличаться от обычного человека? Погруженного в двойственность, то есть находящегося в мае. Важно, поскольку скоро, опять же, поскольку скоро оказались мы в этой всей ситуации, то это естественная потребность вайшнавского сообщества в том, чтобы разумные люди, знающие шастру, понимающие ценность человеческой жизни и ценность практики преданного служения, чтобы они комментировали эти обстоятельства в перспективе шастры. Не чтобы вовлекаться в политический сьюич, не чтобы вовлекаться в эту полемику, никому не нужную, а чтобы просто, даже Прабхупад, когда он основал «Back to Godhead» журнал, он основал это с целью комментировать в 1944 году, с целью комментировать события Второй мировой войны в духе преданного служения. В этом идея. Не в том, чтобы говорить о политике, кто свой, кто чужой. Распространяя это все на каналах связи, доступных каждому. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и так далее. Не в этом смысл. Можно и нужно комментировать то, что происходит в жизни. На злобу дня, как говорится, но в духе преданного служения, вдохновляя, объясняя, каким образом нужно поступать, поднимаясь над двойственностью на самом деле, как культивировать дух отрешенности в этой ситуации, как не быть безразличным. Бхагаватам говорится, если человек безразлично, если брахман безразлично взирает на беды других людей, то его теджас, брама теджас, вытекает из него, как вода из разбитого кувшина. В четвертой песне. Это как раз когда были беспорядки, связанные с Вена Махараджем. Помните эту историю? Вена был террористическим правителем. И брахманы его в конце концов убили. Брахманы его убили. Очень интересная история. Порвали свои шнуры, прочитали соответствующие мантры, и все. И он, царствие ему небесного. И потом появился Притху Махарадж, и Притху Махарадж спас его из ада, благодаря своей деятельности. Точно так же и здесь. Что означает быть удасина, безучастно взирать? Что означает не быть участником этих всех проблемных политических вопросов? Это все требует разъяснения. Это нужен определенный тренинг, образование, просто духовное образование. Потому что мы же ведь не можем сказать, что мы все знаем.
Но нам нужно строить свою жизнь и принимать решения в духе преданного служения. Нам нужно принимать решения в духе преданного служения. Поэтому я смотрю, конечно, я понимаю, что учителя, все учителя, ну, это чрезвычайное обстоятельство, в котором мы оказались. И тут очень сложно говорить вообще, очень сложно говорить, потому что слишком много эмоций вот сейчас происходит в сердцах вайшнавов. Я не говорю за обычное сообщество. Я говорю за сердца преданных сейчас прежде всего. И это, и учителя это понимают, что, знаете, сильные раны сейчас на сердце. Очень, ну, когда человек приходит к вам в депрессии, когда он приходит, ну, например, если такое случается, например, мы чрезмерно не прославляем. Мне нравится, вот интересное правило на фоне существует. У них табу вообще, табу прославлять друг друга. За исключением одного случая. Если кто-то приуныл и впал в депрессию, тогда они начинают только прославлять. Очень интересный момент. Точно так же и здесь. Если приходит человек, например, даже семейная вот передряга произошла. Я вчера общался, ну то есть это же видно, как эмоция. Не просто бесполезно говорить духовное знание, пока эти эмоции, вот, они такие вот прям бурлят. Поэтому, естественно, учителям сейчас очень сложно комментировать. Потому что да, когда ты просто даже говоришь о каких-то элементарных вещах, которые на каждой странице книги Прабхупады встречаются, о том, что измы все это все материальное. Ну, Прабхупада, ну, тут все понятно, правда? Но сложно говорить об этом, потому что люди настолько обеспокоены, то есть настолько в воспаленное состояние находятся, что они как бы отвергают, они не могут принять этих вещей. Они считают, что ты враг, что ты безучастен, что ты не вовлекаешься как бы вот в ту гону, в которой они находятся. И поэтому это большое искусство действительно не вовлечься туда, в эту гуну, но в то же время прокомментировать. Это огромное искусство. То есть это воистину сложнейшая задача. Не просто отрубить, а именно вот мягко. А для того, чтобы квалификация, адхикар для этого, это любовь и сострадание. То есть когда есть в сердце любовь и сострадание, тогда есть, ну, во-первых, тогда есть према бхакти, потому что мы не можем говорить о любви к Богу, забывая о сострадании. Абсолютно связанные вещи. Корреляция происходит. Модное слово. Любовь и сострадание. Ты не можешь любить Кришну и ненавидеть, ну я не буду произносить имен, президентов государств. Понимаете? Ты не можешь. Но не бывает так. Потому что любовь, она как солнечная, духовная любовь. Она распространяется на всех одинаково. Она не дифференцирует любовь. Сарва-бхутешу. Ко всем она одинаково распространяется. Просто на кого-то она распространяется как почтение, на кого-то как дружба, на кого-то как сострадание. Это не означает, что всех нужно ходить, обнимать и близко со всеми вступать в общение. Но все равно в сердце вайшнава должна жить любовь. А как она там поселится, если ты ненавидишь политиков? Как может жить любовь в том сердце, где есть ненависть? Ненависть и любовь, они несовместимые вещи. Они не соединяются. Они не соединяются вместе. Никак. Их невозможно склеить. Либо ненависть, либо любовь. Все. Либо дух, либо материя. Выбор за каждым остается. Выбор остается индивидуально за каждым. И мы нуждаемся в любви на самом деле. Мы не нуждаемся в том даже, чтобы война закончилась. Истинная потребность только лишь в любви. Нужно понять это. Но это не значит, что мы не хотим, чтобы война закончилась. Да, конечно же, мы хотим, но кто, какой разумный человек не будет хотеть? И, конечно, и опять-таки тут важно знать меру. Прабхупада, когда ему сообщили, что мистер Найер, который столько соков выпил из Шилы Прабхупады, столько сил, энергии забрал, денег, и когда он оставил тело, в конце концов,
Прабхупада сказал первую фразу, помните? Даже саду радуется, когда змея или скорпион умирает. То есть, вот так вот оно, вот так вот она жизнь устроена. Вот, и тут понять уже, где это вот, знаете, где ты впал в ненависть, в двойственность, то есть, а где ты просто находишься в контексте определенной лилы Господа, которая происходит просто-напросто. И ты, для Шрилы Прабхупады это было очень интересное сражение, которое он выиграл, на самом деле. Прабхупад выиграл. Поэтому, дорогие преданные, наша задача целиком и полностью просто следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. Все элементарно. Аттягара, праяса. Тут же, видите, список можно продолжать. Праджалпа, кстати, да. Это наиболее актуальная тема. Единственное, чего бояться, это гордыни. Все. Единственное, чего боится преданный, это гордости. Гордиться, считать себя лучше, чем кто-то. На основе... Ну ладно, мы всегда чувствовали свое превосходство из-за того, что мы вайшнавы. Но до нынешних обстоятельств было это актуально. Но ты не можешь чувствовать превосходство над кем-то из-за своей вайшнавской конфессиональной принадлежности. Это противоречит духу вайшнавизма и сиддханте вайшнавизма. Ты не можешь чувствовать себя лучше кого-то в принципе. А здесь сейчас на основе национальности совершенно вообще телесные вещи. И все сейчас так сильно сострадают, когда видят ужасы, которые происходят, которые несет в себе война. Это ужасы. Естественно, это ужасы. Но это сострадание обусловлено телесной концепцией. Телесной концепцией. Это называется раджо-гуна. Все, что мы видим в рамках телесной концепции, порождено просто влиянием на нас энергии Господа под названием раджо-гуна. Мамамая дуратия. Дайвихеша гуна мои. Это дайви-энергия, она состоит из гун. С трех гун. И Кришна посвящает Гиту, объясняя, что такое гуны материальной природы. Вторую часть особенностей Гиты. В 14 главе, которая называется «Гуны материальной природы», но также настоятельно рекомендуется читать 17 и 18 главы, где очень обильно Кришна говорит о разных явлениях в разных гунах материальной природы. И это знание фундаментальное, чтобы понимать вообще хоть что-то, как устроен этот мир. Фундаментальное знание. Знание о гунах. Поэтому если это сострадание вызывает только телесная концепция, это знание... Диктует это все знание в страсти, тогда как знание в благости означает, что все равно все умирают. Вот парадокс самый вообще, ну вот парадокс парадоксом. Все равно все умрут. От войны умрут или не от войны, но все равно все без исключения умрут. Поэтому человек, обладающий знанием, он понимает эти элементарные вещи. Кришна говорит об этом. Дживасяхи друвом ритюр, джанма друвом ритасяча. Если человек родился, он, несомненно, умрет. Тасмата парихарьерты натвам шочиту мархати, архаси. Поэтому, если ты понимаешь эту вещь, ты не должен скорбеть шочитум, не должен впадать в шоковое состояние, в котором находился Арджуна. Натвам шочиту мархаси, а парихарьерты. От того, что неизбежно, от того, что... Natural, природное, естественное. Смерть это разделяет в обществе естественная смерть и неестественная смерть. Откуда это разделение? Кто это придумал? Смерть, она одновременно естественна и неестественна. Для души она неестественна, а для материального мира она абсолютно естественна. Поэтому мы не можем говорить о том, что не бывает, бывает неестественной смерти. Она ко всем придет. И мы в силу скудости своего понимания, мы думаем просто, когда уничтожается малое дитя,
то это намного хуже, когда умирает старик. Но в сущности это одно и то же. И это есть истинная проблема живого существа, о чем Прабхупада говорит в каждой своей лекции, на каждой странице своих книг. Элементарные вещи совершенно. И Кришна говорит, как Ангу Гьяны, он приписывает 13 или 8 или 13, 13 глава. В общем, он говорит о том, что Дукха Доша Анударшанам, это Джанма, Мритью, как там, Джара Вьядхи, Джанма, Мритью, Джара Вьядхи. Нужно Анударшанам размышлять о страданиях, которые приносят Джанма, то есть рождение, смерть, болезнь и старость. Ну, смерть в частности. Как опять же говорят, нужно, Силуан говорил, каждый час нужно думать о смерти. Каждый час. Это практика просто. Наше время подошло к концу. Это интересная тема на самом деле. Дукха доша анударшанам. Нужно размышлять об этих страданиях. Не только тогда, когда война. То есть это для телесно настроенных людей проблема возникает в обществе, когда начинается война. Почему телесно? Потому что, видя войну, они видят смерть и начинают просто-напросто включаться. Но на самом деле разумный человек видит смерть вокруг себя каждый день. Юдиштира говорил об этом. Шрила Прабхупада Патита Павана Кича. Спасибо большое, дорогие преданные. Харе Кришна. Я думаю, нам надо закончить, поскольку я затянул на 4,5 минуты. Спасибо вам большое за ваше внимание. Харе Кришна. Джай.